что в основе конструктивизма лежит творчество Шухова. Благодаря тому, что Таклин еще в 10-е годы обратил внимание на творчество Шухова, Таклин первым оценил возможности легкой конструкции и ее большой потенциал в осмыслении идей формообразования, нового формообразования, которым он был озабочен. У Шухова были башни, которые служили маяками и под которыми располагалось техническое помещение. Та идея, которую использовал Шухов, размещая внутри некие помещения, и очень плодотворно использовал Таклин. Вот эта вот башня была осуществлена только вот в небольшом таком 6-метровом варианте.